все. А тут, блядь, что спрашиваешь, это я по себе. Хорошо, давай, Пал. Сейчас я ману топью, как стаки. Угу. Напоминаю, это Гера, тут стаки еще от ходьбы, поэтому аккуратно. Старайтесь улетать в одну сторону, РДТ, милики. А не по всему залу. На сферах что? На сферах Хант, сова поможет, правда, сова? Поможешь на сферах, пожалуйста. Смотри, звездочка, хмели сунели. Хмели сунели. Звездочку напуливаешь на протопала. Хорошо? Все. Сразу не врывайтесь, дайте чуть ему окру набрать. Давайте, погнали, ребят. Вроде никто не АФКшит. Сразу небольшой рейндж между собой набираем, чтобы от вихря не умирать. На пульт как этого Келесета ебаного. Келесета, Талдорам. Ой, Талдораму, да. Нет. Пап, не врывайся, пожалуйста, тебя бьют. А, понятно. Пола нету? Что ты хочешь? Заебись. Без Гера убиваем, не даем Гера. На этих боссах мы не даем. Сова и Хан за кинетиками, пожалуйста. Так бьем Талдорама, но без Гера. Мимиха к тебе сейчас голем пойдет. Вихрь, аккуратно, сова. Альте, не достаю хили, сейчас попробую достать. Блин, ядро уже забрали, все, без масс, ребят, точечными. Один вообще туда не подходит, просто и все. В центре вихрь, отошли, там где боссы на ступень, на пьедестале. И тут сферу, ну кто порвал сферу, ребят? Вообще бред, как это Войт смог порвать сферу, я не понимаю. Это до ангела, думаю, ДК не умрет. Переход цели 3 секунды. Блин, мана у меня почти не осталось. Вихрь, отошли, сова. Вихрь. Но нормально, там один был. Вам не достаю, честно, и вихрь разделяет. Ну, молодцы. Бляха, снова ничего не упало на меня, вообще ничего. На шипешку. Сейчас мы ману отопьем и пойдем дальше пить. У меня просьба, ребят, на Ваня, дайте порвать магу первого вампира получить. Там на пол отдаем, на БДКу, там сова сильно не врывайся, чтоб маг получил наверняка. А потом мы даем Гиру после того, как он получит. Да, так я получу. Ну, хорошо. Не, ну желательно, чтоб ты получил, а не агро порвал просто. Ну, если Хант, короче, подготовку не нажмет, то он может сорвать. Так как у Ханта больше агролист. Да, так что хмели сунели, спускай два напула подряд с подготовкой. Это просто, блин, притвориться мертвым, можно скинуть ядро перед укусом и все. Нет, абсолютно. Именно в том, чтобы с дыки маг не успел агро сорвать.
Вообще не знаю, как сдыки с напу срывают. Ну ладно. Давайте сейчас мы, Маш, смотри. Сейчас я дам меточки, секунду. Звездочка твоя, мой кружочек. Давай, начинаем. Подходи ближе. Все, давай. И убегай. Понятно, звездочка что-то портанулся, гад. Большого бейте. Гнев небесам даем, чтоб по зубам. Войда нету, блин. Ой, короче, освободил советник кружочек. Сейчас нам бобо будет. Берите кружочек сейчас, точечный. Кружочек, да, сначала сыграем. Нам все косты сбивает, гад. Так, сейчас я. Молодцы. Теперь можно, а, просто ауе бить. Так. Вы чё, где? Что? Вы где? Мы в ЦУК. Просьба синьку зеленку не нитить, а просто распылить или не откажусь. Че, мне на реча обязательно магом идти? Ты хантом хочешь? Да мне пуха просто нужна. Да, если надо, мне пуха надо. Осилим моего подамаги. Без твоего мага или нет? Давай попробуем так, как бы хантом, не вопрос. Так, открываем ману, там... Маш, на взлетке давай антифир себе. И потом диспель со всех массовым рассеиванием фир. Ну и я также сделаю, только я себе антифир не дам, а дам цель, которая будет выносить в уж. У меня расовый еще есть антифир. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Так, на синдру дойдем. Я вам еще фласки раздам. Синдралич. У меня просто... Так, 17 минут до казни. Сейчас еще ману допью, мало. Маш, когда будет переходка, когда будет взлетка, дашь гимн на ману, хорошо? Но вот когда она уже взлетит, ты фир снимешь со всех, и я сниму. Дашь, пожалуйста, гимн на ману. А шамка тотемик поставить, да? Сова сразу иннер, там секунд через 30 после пула зальет шаманочку. Все будет хорошо. СС не надо, я думаю. Рейндж только держите, это главное. Все, давайте танки. Это было неразумное решение. Слава, слава тебе, зеркало. Все понятно. Все, ну пиздец. Но я, ну куда вы бежите? Ну вы что, не видите, куда вы бежите вперед танков? Дай БР по выйду. Дай БР, пожалуйста, сова. Понятно. Зря ты сразу встал. Убьем так. Потом Геру дадим. Слав, ну блин, ну вот тебя не ожидал. Как вам такое? Сбегайтесь. Или сунели. Когда я говорю рейндж набрать, это означает, что ты подальше должен от совы стать, а не прямо у сова хвоста стоит. Бегершам.
Сбегайте. Потом рост дадим. Раскусаетесь там. Да. Бегись. Ну правильно. Молодец. Хорошо, Лок. Вынес лужу, вообще красава. Кто я боялся, что ты в центре. Как вам такое? Приготовили сейчас взлетка. Сбегаемся. Так. Мне показывает, что я еще держу зеркало от мертвого паладина. Это так? Это я. Давай этот самый гимноман. Давай гимн, шаман, тотем ставь, если еще не ставил. Не ставила. Сейчас. Кстати, Геру. Давай, если Инер откдешился, то шаману, пожалуйста. Вот и все. Вот и все. Блять, пиздец. Давайте, живите, бейте. Надо разбегаться. Смотрите, два пакта в центр сносят, значит шаман хиль. Давай одна. Думаю, захилишь. Тут уже ничего хилить. Просто протопала, держи волной, остальных цепухой. Сбегайтесь. Когда две цели сбегаются, вы должны уйти с ихнего пути, иначе кого-то убьет. Плюха, и она плюху еще кидает под этот пакт. Рами, вуз, подхилься как-то хотами, а то... Угу, хорошо, бейте, давайте. До взлета 20 секунд вы должны убить, иначе вы все умрете. Ни хрена стоящего. Бой трак. Расните, пожалуйста. Говорит Потопал, у меня кошак на гаде, надо убрать. Прости, еще раз лучше напиши, а то фанила не услышали. Кошак на гаде, убирать надо. Долго? Квест сначала сдай. Спасибо. Привет. Славик. Трак, да? ГП себе нахуй. Он просто подумал, что он сейчас не... А, у него же будет форс, это ж протопал, ты же не забывай. У него же протопал есть на команде. Что он боялся, что не успеет добежать, зеркало получить. Не, че вообще? Просто прожал. Увеличен рейтинг вообще, бот? Покачу или нет? Да по идее должен быть нахер. Не пуляем протопал, пока не подошел. Потому что... А, Слава, ты можешь потанчить тут на трэше? Пока протопал в кашт. Пожалуйста. Потанчи. Давай покажи скилл топ протопала, серва. Не агрите, не агрите. Пусть стоят. Что угодно. А, можешь топ. Столик, пожалуйста, дать? Можешь столик, пожалуйста? Антон. Славик, поговори там с Бипопом, пусть в субботу, блядь, я на бот тоже хочу сходить. Бля, чё я сразу? Антон, блядь, дай столь. Блядь, послушай, я вот просил его, то что давай пойдём 29-го. Мне 28-го удобнее. Пиздец, блядь. Не, ну если ему удобно, чё ты сделаешь? Я тоже хочу в амбав сходить. Ну чё за амбав-то? Ну, блядь, без бафа целка. Короче, все побеждающие звания даются. А это кто это поведет там? Бибоп. ГМ, короче, Олег. Какой рейд? Это риск? Я тут. Все, давайте пуляем, не покрашим.
Там надо хорошо хилить. Славик. Че, ДПС, мне кажется, должно хватить, если я хардом зайду на лича. Конечно. А на синдру. Там шея тоже была. Кстати, на синдре будет профитнее, если ты зайдешь в хантон. Потому что не будет метку на тебя вешать. Больше надамажишь. Окей, там на синдру зайду хантон. Этот трэш не добили, а вы уже топ бьете. Охотницы две стоят. Ну, только девочки стоят. Но они еще не бьют стрелами. Блин, Капар, помогай бить трэш. Ну что ты, то я, то будет АФК на трэшем. Что за дела? У нас уже мана закончилась хилить, потому что нету дамагер. Антон. Два гимна на ману у тебя есть, прочитать нужно. Нет, 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 сейчас мы отопьемся. А может у тебя скиллы старых уровней, ты не посмотрел, если дома не заходил? Такое бывает. О, у меня? Да, бывает. Подожди, не пуляй. Стоять, 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 маны нету. Да не, я же тут с панельки, что Марьяна расставила, я все убирал и по новой выставлял, то есть по-любому старый. Да это не ты, ты не сова. А, ты советовал? Да, 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 вон он пишет. Че это? Штаклу Пашу ДПС нет. Он будет хулипава все равно спекаться, да? Да, побудь в протопале, пускай хулипава и Ршам похилят, и я похилю рейд. Вальку. Ну, все, давайте. Давайте, протопалы, вливайтесь в этот трэш, я не знаю. ДК пускай вытягивается. Пару мобов хотя бы вытянет. Вот звездочку вытягивай, ДК. Звездочку играем. Вообще весело будет. На вас обоих по 20 стаков. На протопалах. Сейчас вас кинет. Смотрите, броняши, ну давайте АУЕ, залетайте, закидывайте, залетайте. Ну, Славик, я нашел этот аддон, который искал. На цели, которую показывают. Как называется? Сейчас скажу. Light buff. Дай, пожалуйста, компакт. И протопал от новичка, пожалуйста. Слушай, давай пускай он кидает каски, а я дам кулаки кресты, потому что они сейчас как на схила, там они меня бафнутые. Ну хорошо, они давай так. Он исследует вообще все, что хочешь. А это кто сейчас фонит там? Ну танки ловите, мобов меня бьют. Сейчас я покажу господину. Может называться чемпионом. Yeah.
успехом. Не останавливайтесь. Идите в Рагосу. Подар, герои. Гибель наших товарищей была неизбежна. Они жили и умерли во имя Серебряного Авангарда. Давайте спекайтесь. Блять, у меня клык есть, прикинь. Круто. Против, ставь свою ауру. Ты забыл, что ты забрал его, когда я с Хризи танчил, он декой танчил, когда он типа попросил наличие. Раньше 9 лямов росты давайте захиливать. Когда у него будет 9 лямов хп, тогда давайте росты захиливайте. Не раньше, иначе не дохилите, и потом опять придется в портал лезть. А кто там обновляет баф и квак крест, дайте, пожалуйста, по всем. На Сингре раздам еще фласочки. Паладина мана не резанта. Хорошо, ждем. А у тебя есть печать, символ на печать света, Холик? На мудрости. Очень плохо. Очень хорошо, потому что я еще не, даже не 6К. Возьму 6К, поменяю символ. На Вальке профит не печать света. А на Рейде профит не печать мудрости, когда ты хилишь. Готов. Чего? Кого ждем-то? Там ману хулипала регенерация столько. Все, давайте, погнали. Чужаки ворвались во внутренний вагон. Уничтожьте силового дракона. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. Подавить легион. Мага сейчас бьем слева, верховный маг, прилетит его, свалить потом остальное. Поставь на меня метку, пускай шама за мной летает. Даже всего двое. Справа разгром, давайте РДД всекать его разгром, молодцы. Червячки, слева маг. Справа толстый. Подавителей сливаем. Справа 3 штуки. Слева 1. Маг справа. Тоже забираем мага справа ледяного. Символ на исцеление, я так понял, шамана нету. Это тоже печально. Справа маг. Где мага? Толстый справа, подавление сначала, потом толстый. Справа маг. Касса, рви! Справа маг, убиваем справа мага в приоритете.
Давайте сначала справа убиваем. Магов, свечни здесь мага, ладно. Успейте. Шама, выйдем сразу же, Гера, давай. Усиление магии можно сделать. Отдай ее возложение рук, паладин. Да хильте, 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 я дал дух. Это профитнее. Право маг, убиваем мага. Подавителей, подавителей, подавителей. Ух ты. Оба пояс забираю, забираю. Что-то ДС вообще перестал 10 гер падать. Не, вчера нормально так падал. У нас трех боссов падал. Вообще ни одного не было еще. Тебе боешки падали? Какие? А, две штуки было, да. Кто забрал пояс на танке? Это не я забрал. Протокол. Ну все, 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 я и забрал. Будет наукой прыгать раньше поезда. Ну давай, вставай, беги. Это лок лучше было, ресточка лучше была. Нельзя, ясно. На лифту упал. Прыгнул вниз, разбился. Думал, что он сова, умеет летать. Не заходи, пожалуйста, в инст, фокус хиру. Лежит. Я не захожу, я не захожу. Красава. Как это, когда захожу? Ну, у нас совы тогда не будет. Сова важнее. Давай, Хили Сунели, беги. Веди, веди, веди. Холипал, ты еще здесь, Лендри? Да, я тут, конечно. Отлично, попей, пожалуйста, трэш, я отойду на полторы минуты. Я надеюсь, что еще не раз не буду подходить. Хмели Сунели, призови трэш дракончиков по одной пачке. Паладины дадут этот самый гнев небес, когда придут мелкие дракончики. Окей. Все, я отошел. Чё, блядь, Шама тоже АФКшит, не задолбали. А как понять мощное туннель таргет? Значит, сесть на него или слезать, пока он не сдохнет. Туннелить, значит, бить без остановки. Не давать передохнуть. Вы сейчас без хила останетесь. Я тут один хилю. У Армса, оказывается, есть фир без КД. Чё без КД? Без КДшный фир. Ну, празднительный вой. Вообще без КД. Схуяли он без КД-то? Это не фир. Не фир? Это замедление. На, тащи. Ну, КД там 1.5 БКД считается.
А, маны нету, уходи, Павла, дайте маны. Спасибо за индекс, вам, конечно, очень большое спасибо. Вот прям иннер от души. Как они заебали эти хутеры откидывать, сука, я не вижу. Сова, спасибо за инер. Сова, спасибо. Сова, дай, блядь, инер. Сука, дай инер, сова. Глухая ты сова, толстая, жирная, глухая сова. Дай хоть по Владимиру инер. Сова, блин, нахуй. Поле паладину, дай инер. Что уже случилось? Вот он. А вот это ты мертвый был. Да забей хуй, поле. Короче, хильте, все, я постою. Чего вы опять ругаетесь? Да никто не ругается. Я вижу, сова негодует. А, так, сова, не знаю. Давай, вставай, волк, беги. Давайте спекайтесь, Слав, спекнись, пожалуйста, в этого, в ретрика. Не агрите, подождите, дайте, мы спекнемся. Давай, заходи на ханта. Ты здесь? А что такое? А почему? А что случилось? Ты сможешь заходить, нет? Да можно. А что случилось с собой? Я не понял. Я отошел. Что за херня? Кто в курсе? Ну, не знаю, сова, что-то просили инер, он что-то пишет кому, ясно, и что-то потом обиделся, наверное. Стоял, кулипал, то есть я хилил сам, потому что шама тоже была в ФК, мана закончилась, мне все в КД, прошу инер, а инера так и нету. Понятно, шаман тоже не знал. Удачи, да. Там шаман слышал. Черт ебаный. Ищи ему. Просто конченый, блядь. Когда бежишь, поставь, пожалуйста, шкаф. Копары там вот. Мамонт. А, сова, я просила мамонт. Ладно. Захожу, давайте, короче, на ханта, да? Все на мамонте. Да, заходи. Можно ник ВК нехорошего человека? Так у Фалариана, у него же КД. У него сейчас КД. Бист мода и сова. У Насти есть сова. Я ДК пойду колбаски отрежу. Отрежу. Блин, бист мод вырос 25 гир ушел. Асти вроде не целый. Не могу пригласить члена другой группы. Ага, ты покидал группу, даю пати, а ты уже в пати. Почему ты уже в пати? Я накинул пати. А. Нагрузится ебаный, блядь. Волк, ну.
Блин, получать и искать. Короче, похуй, пусть Хазарак заходит на Лока, а Флика меня на Саузы. Да? Да. Хорошо. Ну, да, среда там получается еще день из Бруска, да. Сейчас он зайдет, уже заходит. Ах, Арзульчик. Все даю пати Капару. Ой, это круто, что ты с собой идешь. Вообще супер. Сейчас это маг больше было, чем у той доносовы. Ну это понятно. Так. Там еще где-то. О, Харзул зашел. Ставь шкаф, пожалуйста, Яся. Фокус, ты здесь? Фокус. Да-да, тут, сэр. Поставь, пожалуйста, шкаф. Спасибо. Мне кем, демоном или... Африка. Блин, я бы хотел демона. Яся, у тебя есть Африка? Яся, есть Африка у тебя? Да он недавно демоном учился играть, поэтому... Вряд ли он Африке. Макс, побей в Африке. Демон есть. Ладно, ща, я просто опять забыл, как с ней играть. Я знаю очень легко. Ну смотри, если ты больше выдашь демоном, ты можешь демоном бить. Это. Мне кажется, я больше демоном выйду. Ну тогда. Да, бей демон не похуй. Тогда демоном, это не проблема. Так, что, давайте мазбаф даем. А, блин. Извини, я забыл. Давайте сейчас. Суманем дадим мазбаф. У меня к вам предложение, чтобы мы сразу Синдру спулили. Для этого мы второго дракона будем у ступенек держать. Ну, чуть-чуть лево, слева от ступенек, чтобы не в центре он не путался нам. Хотя разбафаем палы, бафаем сову. Дайте лапку, крест. Сейчас подойду. Ребят, смотрите, как будем бить Синдру. Шамка. Если на те стаки и на мне стаки, ну, я имею в виду освобожденку, все равно надо выходить хилить, или иначе мы все умрем. Просто выходишь от рейда подальше, хилишь. Если притяжка, туда стопаешь, скидываешь стаки, возвращаешься в рейд. Но это на второй фазе в основном. На первой фазе, думаю. У меня фласки нету на рейд, если что. Сейчас. Здесь. Да. Так, давайте, сейчас я обещал всем. Давайте я сейчас всем фласки раздам, подождите. Мы нормально спулим. Слав, ты здесь? Держи фасочку. Хмелесуны или где ты? Данкам сейчас дам фасочки. Давай, хмелесуны или где ты? Хмелесуны или? Ну блин, обмен же ж висит. СС кому дать? СС на сову, конечно. Только подожди. Да нахуй меня СС, я что, сдохну что ли? Ну ты дороже просто. На Эршаму дадим. Нет, на Холи Приста дадим на всякий случай СС. Один лок. Но не сейчас, подождите. Хмели Сунели, где ты есть? Ну что так за. Кому СС надо дать? Один мы дадим на сову, это давай ты дашь, только не сейчас. А один Харзул даст на Холи Приста Рукстера. Только не сейчас. Хмели Сунели, чё ж ты? Хотя раскидаю. Фласочки, фрошмот желательно одеть, если у вас есть. Не хочу падать здесь. Так, обмен. Лучше сами кидайте обмен. Так проще будет. Тяску по ханту. Блин, не могу дать обмен, ну кидайте ж сами. Кому еще на РДД фласку? Давайте, Рокстеру обмен. На РДД фласку, вот звездочку себе дам, давайте быстрее. Да у меня есть, в принципе. Удалича хватит, ситуан давай. Ты уже есть. С мимики на ману. Яся.
Всем дал, да? Всем. Всех есть, да? Сейчас мы второго дракона будем убивать, тогда дадите СС. Посадим сразу, да. Бля, еще драконы живые, бля. Я уж настроился спиздить, смотри. Ну ничего, так мы ее сразу спулим, захилимся, все будет хорошо. Хмелец умер здесь, все, погнали. Бьем этого гада. Сильно ману не трать, я сейчас сам похилю по большей мере Шама. По чуть-чуть подхилю, в принципе, пушкой. Глыбы сносить будем РДД и Войд, потому что у нас один милик. Ну я имею в виду на второй фазе. На первой фазе по чуть-чуть, осторожно, напоминаю. Ваншот идет рейду, который не спрятался за глыбами. Освобожденку, если стакаете, то выносите, хлопайте перед притяжкой, особенно подальше от рейда, потом забегайте в рейд. Не тонтесь со второго, я все-таки в Африку хочу. Не уверен. Ну хорошо, тогда подождем, ты спекнешься в Африка. Не забывай, там, по-моему, камень спадает с пушки или нет. Тоже камень чернуть. Ну, сейчас спекайся. Спекайся, подождите, не агрите, сейчас, секундочку. Спекайся, мы тебя сейчас отхилим быстро, чтоб ты жизни отвод. А, ты уже спекнулся? Так, сейчас, секунду, у меня тут с меткости перекап сейчас. Еще раз, сейчас мы сразу спулим. Давайте уже СС. А, Харзу, ты даешь на Рокстера. Яся дает на Саву, все на колени. Ладно, и так сойдет. А так, стоп. Эршам, тотем налет вместо языка пламени, пожалуйста. Мимиха. Аня. Спасибо. Все, давайте, танки вот здесь, вот где-то рядом, слева, слева, чтобы по центру он труп нам не мешал. Отцы. Ускорение будем давать, глыбы под босса все на второй фазе, все, не надо влево-вправо, я буду говорить, если влево, я буду говорить, если вправо внести атак. Давайте. Под босса все, чтобы стаки нормально скидывать и не лайпаться на ней. У всех он, сука, вверху стоит, блядь, в воздухе. Да. Заебали, блядь, что так сделать. Ну, скрип пошел криво, а может не скрип, потому что модельку просто. Сейчас давай ДК, сейчас поближе подходи, потому что сейчас она будет садиться поближе к нам. Все в кучку становимся. От в кучку. Как, блядь, прожимаю на КД на. На пол, на дыку. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Молодцы. Ставил, в принципе, нормально. Алло. Если вы стакаете перед притяжкой, скидывайте, чтобы по рейду не хлопнуть. Притяжки 10 секунд. Беги, малышка, беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь стрепещите, смертные? Ибо ваша жалкая магия... Будьте готовы, может быть такая херня. Дайте фридум по АДК, пожалуйста. Кто-нибудь из павпанов, спасибо. Так, на мне и на протопале. Протопал, не вижу тебя. Куда ты пойдешь, влево-вправо? Угу. Может быть такая херня, что вторую глыбу перед справа протяжкой придется слить. Поэтому будьте готовы. Там же падаю. Не сносите глыбы, их тут нечего разбивать. Красавчик. Вот так вот. Надо смотреть, где люди стоят, и прямо в них становиться. Давайте захиливаем Хмели Сунели. Даем ребаф. Дайте, пожалуйста, по ханту бафы. Молодцы. Там кахиль пока на тебе нету метки, но мне метка, не буду рейд пить.
Буду только молитву кидать. Она стаки не дает. Беги, малышка, тяжко. Беги! Все, хилимся, бьемся. Ага, опять на мне. Ну ничего страшного. Войт, стопани немножко, много стаков, но нам не метка. Да, пес сейчас тебе бахнет. Вот он не бахнет так, но у него 17 стаков надо поставить. Мы ее постепенно убьем, не парьтесь, просто не забывайте, что надо аккуратно все делать и все. Дотайте по максимуму, давайте. Поднимаемся. Фридум, фридум под экип, молодец. Так, два пала. Эров больше нет, поэтому прячемся. Если вы не уверены, смотрим, где прячется другой игрок, ваш сосед, и вы не умрете. Понятно, я так пиздец, и знал. Пиздец, вы чё ёбаный в рот? Всё, протопал, разобьете нормально. Прячьтесь. За квадратом. Сзади нас, треугольник. Смотрите, где. Блять, треугольник надо разбить, это протопал. А, он встал. Так БТК же есть. Все. По центру, последний. Ну, сова умрешь, осторожно. Все, молодцы. Залейте ману, шаману и бафы дайте побыстрее по шамке. Запошла. Хмели под босса. Под босса, слава уходи. На мне метка, шамка хиль. Ману залили, да, шамки? Я потом гим дам. Давайте, вторую не разбиваем. Хилим, 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 тыкву, давай, шамка, хиль, хиль, хиль. Не разбиваем сейчас. Понятно, круто. Зря ты выходил в сторону, понял? Беги, малышка, беги! ДК, прожимайся, я еще под стаками. Все, забери, 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 алло! Да куда забери, он упал. Все, короче, убивает все равно. Короче, знаете, в чем ошибка? Вот лог, который первую глыбу несут под босса, это для того, чтобы скидывать стаки. Ни одной глыбы не должно выноситься, чтобы ты не скидывал стаки. За каждой глыбой должен скидывать. Вот ты сейчас не скинул за первой глыбой стаки. Побежал выносить вторую глыбу, и она тебя ваншотнула. Понял, да, свою ошибку? Это ты нас там... Да я видел, там два стака там... было, но, бля, два стака никогда в жизни не ваншотили. А так там не по знаю, рейду кто-то хлопнул стаками. Непонятно как. Да какая разница, два стака, один стак. Ты должен скидывать стаки все равно. Потому что... Я смотрю. Не знаю, сколько у тебя хп просядет до это, короче, того, как ты глупо ставишь. Это, короче, ты же и сам хлопнул стаками. Ты сам хлопнул 9 тысяч, точнее 10. И в тебя прилетел склеп. Ты сам себя убил. Понял, да? Ну, по факту, да. Я понял. Когда вы играете на Синдрагосе, здесь ничего не зергается. Не бьешь освобожденкой вообще. Вот и все. И все убивает с первого трая. Мы не тратим время на то, чтобы бафаться. Не видите, куда стать за глыбы, ориентуйтесь по другим игрокам. Где кучка стоит, вот прямо в них заходите, в эту кучку и стойте. Если вы думаете, если вы не уверены, чтобы не умирали. Могу звездочку себе дать, чтобы смотрели, где я стою. Я никогда не умираю от болту. Это же вообще не у два игрока. Не, я же в сторону выбежал, потому что на мне освобожденка висела. Я же и выбежал, чтобы ее в рейде не хлоп. Шаман, не забывай обновлять тотемы. Там у тебя стоит тотем на сопротивление льда, очень важный. Я тебе сейчас объясню один раз. На второй фазе никто никогда в сторону не выбегает. Потому что получается вот так, как сейчас получилось. Ты стоишь с двумя стаками. У тебя вообще ноль должно быть стаков, если ты скилловый нормальный человек. Если два ты стакнул, ты в рейде их хлопнешь. И зато ты скинешь себя стаки и не сдохнешь. На второй фазе вообще никто не бьет, ну кому собужденку вообще. Да, стоит. Только хилы могут выходить, хилить, когда на двоих сразу освобожденка, тогда уже выходит кто-то, допустим, Маршам выходит в бок и хилит напряжно, потом схлопает, возвращается в рейд.
так далее, или наоборот, или прист, если сразу двое, так что... Давайте масбаф, фаски кто не выпил, пейте. Вот тебе с драконом убили, блядь. Чё? Чё, давайте его быстрее, там, раз очка 25 гер, можно сказать. Успей. Потом СС еще раз накидываешь в бою, может.